Всем привет! Сегодня я хочу поделиться рецептом маринованной острой капусты на зиму. Вам понадобится 2 кг белокочанной капусты, 300 г моркови, 2 штучки горького перца, 1 головка чеснока, 200 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, для рассола 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара. Капусту очистить от верхних листьев и нарезать крупными кубиками. Морковь очистить и нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Чеснок также почистить, половину нарезать и добавить к моркови, половину оставить целыми зубчиками. Перец горький мелко нарезать. Уложить в подготовленную посуду слоями капусту и морковь с чесноком. Добавить в слои острый перец и зубчики чеснока. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль и сахар, хорошо растворить. Влить растительное масло и уксус. Снять с огня и остудить до комнатной температуры. Залить маринадом капусту, положить гнет и оставить в комнате на 2 дня. Затем закрыть пластмассовой крышкой и перенести в холод. Капуста готова. Приятного вам аппетита! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.